Да кто мультиком бегает? Начинаем собирать лайки, хомячки! Эй, йоу, всем привет, с вами Артём Йелк. Йоу, Костяныч тоже тут. Да, отвали ты. И это первый выпуск «Школьных люлей». Мясо, погнали. Давай, карты, бей. И сегодня у нас в синем углу, в синих стрингах, сногсшибательная группа поддержки во главе с нашей Жанной. Есть еще шоколад такой. Я не понял, девочка, где костюм? Слышь, малой, вылей отсюда. Ай, какая важная курица. Ладно, Гоша, интервью возьмем. Так, погодите-ка. Эй, а ну пошли отсюда! Рачьё малое! Сам нище тупое! Ты глянь, никакого уважения к старшим. Так и живем. Опа, замес! Мы скоро вернемся! Это разбойная Морозовская! Под снегом не видать берез. О-о-о, медведи на велосипеде. Шапка, ушанка, водка, радуга, дети. Че за тема сегодня? Сейчас узнаешь. Венерические заболевания. Давай, Танюха, наболевший. Ты можешь выйти почитать? Это инфекционные болезни женской и мужской мочеполовых систем, заражение которых происходит половым путем. Это больше поверхностных соприкосновений. На протяжении многих столетий существовали различные виды венерических заболеваний. Название этих болезней связано с именем Венера, богини любви. А я думал, у вас Настюха богиня любви. В настоящий момент всеми вопросами, связанными с этими болезнями, занимается венерология, которая уже достигла значительных успехов. Дай посмотрю. Что ты жмешься-то, а? Бактерии, вирусы, грибки или их совокупность. В настоящее время насчитывается около 20-25. Это чесотка, гонорея, сифилис, хламидиоз. Шуба, не чешись, я все вижу. Слышь, что Смирнова рассказывает? Нормально. Сергей Николаевич, мне вообще есть смысл все это читать? Сергей Николаевич, сразу жалуюсь. Ты же хочешь оценку? Ну да, хочу. Тогда читай. Ошибись. Стоит также развеять некоторые мифы про серьезные заболевания. Давай, Танюх, только сильно не развеешь. Можешь заткнуться. Ну ты же хочешь оценку. Смотри, счет на двоих есть. О, Татьяна, что вы говорите? Нужно предохраняться, я вам честно говорю. Находясь ВИЧ-инфицированным в одном помещении, пользуясь общественным душем, туалетом, бассейном. Какие шикалы, ребята. Предметы домашнего обихода. Бум-бум-бум, Сергей Николаевич! А как же право на частную собственность? Или у нас ее отменили? Ученикам запрещено пользоваться всевозможными гаджетами на уроке. И уж ты, Эдуард, это знаешь. Если нет, запомни. Ладно, Сергей Николаевич, намотаю себе на ус. Намотай, намотай. Ну телефон-то верните. После урока заберешь. Продолжай, Таня. Ты прав. Мне очень весело без моего телефона. Оборжаться. Что нужно? Телефон такой был-то, а? Хочешь возьми мой? Давай. Давай, на, возьми. Лучше твой нищебродский. Сергей Николаевич, верни телефон, пожалуйста. Карпов, да уймись, ты что, ты как маленький со своим телефоном? Ты что лезешь? А что ты ноешь? Эдуард, ну ей-богу, ну присаживайся, хватит уже, после уроков заберешь. Слушай доклад, запоминай. Таня, между прочим, толковые вещи говорит, в отличие от некоторых. Очень. Вопросы задавай. Продолжай, Таня. Ты попала, Смирнова. Как я уже сказала ранее, против венерических заболеваний нет иммунитета. А у меня есть вопрос к выступающей, это же можно? Нет. Безусловно, даже нужно. Спасибо. Серьезно? Ну, ты же готовилась. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вот вы упомянули, что СПИДом нельзя заразиться через рукопожатие, объятия, поцелуйчики. Поэтому мне созревает вопрос. А ты сама все это проверяла с ВИЧ-инфицированными? Что-то я на махавце. 11 ТВ, ну-ка успокоились? Эдуард, вопросы по существу надо задавать, понял? Хороший вопрос. Шубе нравится. Смотрите, как улыбается. Читай, Тань. К слову о достоверной информации. В
1964 году проводили первое исследование подростков на наличие, заткнись, полового гормона тестостерона. Тогда у парней его концентрация составляла 14 миллиграммов на литр крови, а сегодня уже 18. Это в 3 раза больше, чем у взрослых. И если сейчас зрелому мужчине дать 18 миллиграммов тестостерона, он тут же совершит половой акт, неважно с кем. Я протестую! Вон Денчик на первой парте сидит, не кидается на Баранов! Ну ради бога, ну хватит! Слушай, да заткнись уже, а! О-о-о-о. Солнце, не бесись! Танюш, ну ты меня тоже прости. Нам столько тестостерона, увы, не хватает, чтобы на тебя наброситься. Это правда? Так много, не напастись! Так, 11 лет! Сколько можно? Совсем обнаглели, что ли? Ну пошутили, хватит! 11 лет, что вы как дети малые, сколько можно? Ну ты урод, Карп! Ничего, просто не выношу несправедливости. Самой противно. О, ну тогда тебе придется кое с чем примириться в нашем классе. Дай пройду. Не собирайся ни с чем мириться, и тебе не советую. Да ты классная, я поняла. Молодец. Да да, я пройду. Я пройду. Да бейте! Как меня все бесит. А самое большое, знаешь, что меня бесит? Не этот жирный мудак меня бесит. Хотя и он тоже. То, что все ржутся его тупости. А ему все сходит с рук. Ну, конечно, как же иначе. Ну, значит, в этот раз не сойдет. Пойдем. Да, никуда не пойдем. Пойдем или всю жизнь сопляж ходить будешь. Который нам маман давал на ремонт школы. Помнишь? По 800. Ждет рейд. До сих пор ждет. Я служу тебя, моя дорогая. Я тебе не дорогая. Извини сейчас же перед Смирновой. В смысле? Я что, виноват, что стрёмненькая? Ты поаккуратней, кстати, подруга, а то она тебя за собой потащит, будешь такой же вонючкой. Пошли, не лучше иди. Подожди. Эй, урод жирный! Охренеть, откуда ты взялась-то такая? Танюх, ты свою псину бешеную тащи. Куда подальше? Знаешь, ты хоть и новенькая, а я ведь могу пересмотреть свои взгляды и врезать тебе хорошенько. Давай, с радостью, вот сюда. Давай. Тащи. Тащи, чё ты, ну? Тащи, давай. Тащи. Да кто тебе тупую шкуру трогать тут будет, а? А, так ты боишься, карапуз. Что? Кто он? Очнись, ты себя видела? Артурик, погоди. А ты хочешь об этом поговорить? Давай после уроков на площадке. 2 часа. Щекастик. Так. Так бы сразу. А что у нас тут за митинг, а? А меня что не позвали? 11-го у вас физкультура по расписанию? Нет, так расходимся, что стоим? Такой шлепок. Нормально она затонула. Это был экшен. Дерзкая бич. Заканчиваю хождение, господа. Что такие дохлые, народ? Это нюхом, что ли, питаетесь? 5 раз это очень мало. Это я сейчас делаю без подготовки. Барышни, что сидим? Жанночка, давай порадуй меня. 45. Что, чтобы лично, поменял меня, да? Лично. То остальные ходи только тройки. Смотри, какая модная. Чего ты в ЧБ? Посмотрим, какой у тебя Эйнштейн потом подобный какая. Ну и что ты будешь делать? Ничего. Просто докажу всем, что он трус. Карпов и Климович на подтягивание. Иду! Турсараян, он такой грубиян. Климович, а кто это? Хулиганка Лариса Ивановна. Лариса Ивановна, а можно я с мальчиками подтягивание буду сдавать? Это ты, значит, Климович? Да. Да ради бога. Борьба за равноправие, Лариса Ивановна, да? А кто сюда борщи варить будет? А вот молчать! Варить будет. Давай на снаряд. Ну как же. Дамы, вперед. Подсадить? Нет. А меня он так не пропускал. О, даже запрыгнула. Смотри, Барян, может, чему-нибудь научишься. Я помешал у меня. 1, 2, 3, 4, 5, тишина, 6,
7, 8. Походу, она тебе свое место на кухне освободит. 9. Тихо! 10. Тем больше будет на твоей совести. Одиннадцать. Вот умница, молодец. Готова к трудовой обороне? Отлично. И вот с кого нужно пример брать. Учитесь, дохляки. Давай, твоя очередь, будущий защитничек. Карпов, ты куда пошел? Турник в другой стороне. Потом на выход пойдешь. На, береги свою девственность. Так я потеряю. О, фронталка. Рогусь, сними-ка это, прикол. Грех такой не заснять. Переключи ты уже. И все, что ли? Заткнулись! Я не буду подтягиваться после нее, весь турник потный и скользкий. Ты здесь не командуй, давай на снаряд. А я не на вас, что школа нормально не подготовлена для уроков физкультуры, Лариса Ивановна. Карпов! Может быть, не стоит разбазаривать выделенные деньги на ремонт школы? Так, пошел вон с моего урока! А то слухи всякие ходят. Пошел вон из зала! Хамло! С мамой своей так разговаривай! Да без проблем! Здорово. А что коза сказала? А ничего, проблема там что, дальше нормально подтянулся. Хочу выпить. Сколько раз? На трой. Ну-ну. Готов сегодня по жопке получать? Так это что, реально ты сегодня будешь с мамой хлестаться? Слышь, малой, ты что здесь? Да стоп, кто с ней хлестаться будет? Она же бабища. А я бы шепнул разок. Может, на вообще не придет. Ну, с этим бы я поспорил. Так-то она КМС по боксу. О, какая детская! Ну, а ты что спалил, да? Фига, красавчик. Прикольно, если тебя баба побьет, да тебя вся школа чмырить будет. Слышь, рот закрой, а? Задрот малолетний. Не задрот, а киберспортсмен. Ну-ну. Ты не переживай, мы за тебя молиться будем еще. Боишься, нет? Что началось-то, а? Костян, давай, давай. Это же малой, блин, что ты на него? Шуба, не мешай, протын с обедом. Очень будет. Так нечестно, ты убит. Да нифига, меня костюм спасает. Ага, без костюма ты вообще никто, понял? А ты кто? Баба? Кольцелем будешь драться. Вообще. Тут на тебе. Чемпион, ты идешь? Курить? Я уже покурил после игры. Ну ок, давай не опаздывай. Че, идем? Приятного. Давай, удачи. Прёте, школота тупая. О, здоровая. Да, здорово, здорово. Алис, слушай, это, я, в общем, хотел тебя прощения попросить. Был неправ, признаю. Ну, чем с тобой как гопники, а? Да стой. Хочешь извиниться, сделай это перед всеми. Перед всеми Смирнова упустил, перед всеми извиняйся. Пойми, ну никак. Ну, давай будем считать, что наше примирение, а? Ну, тебе непонятно. Ну, сам. Еще раз меня так назовешь, я тебя поджарю, понял? Я все тебе сказал. Правильно, ведь семь Смирнова пустили. Слышь, Климович, я тебе же все сказал. Хочешь извиниться, сделай это перед всем классом, колхозница. Вот теперь я тебя точно убью, Карпов. В 2 часа дня. И все это увидят.
11-й В – это все табличные примеры. Я и так дала вам времени больше, чем нужно. Ничего нового для вас здесь нет. Барян, можешь голову теперь неделю снимать. Шубин, я их сама придумала. Гугл тебе не поможет. Ему же ничего не поможет. Нет. Пишем, пишем, пишем. Сейчас отберу работу. Юлия Хина, так времени мало. Нормально, времени. Так, пишем. Прикольно, тебя баба побьет, да тебя вся школа чмырить будет. Так-то она КМС по боксу. Ему же ничего не поможет. В 2 часа дня, и все это увидят. Подъем, Карпов! Ты у нас в уме, что ли, все решаешь? Ты мне как прикажешь это проверять, а? Юлия Тахировна, у него просто после уроков ответственное мероприятие. Пусть рот завали. Так, 11-го, я напоминаю, что скоро комиссия. Наш класс у директора на карандаше. И я, и вы будем лично отчитываться в кабинете за ваши двойки. Это понятно? Пишем. Юлия Тахировна, это нереально успеть. Мы только начали это проходить. Не успеете, будете объясняться у директора в кабинете. Я все сказала, пишем. Шубина, ты косеешь. Я же все вижу. Заберу работу обоих, и все. Знаете что, Юлия Тахировна? Чтобы мы нормально решали, нужно нормально объяснять. О! Давай, да, давай сюда. Карпов, сядь на место. Ты же хотел, мечтал. Давай сюда. Карпов, ну не делай, что понимаешь, Юлия Тахировна. Вот это, а может, это проверочка из-за вас? Ты закройте все быстро. А то у других уроков такой жести у нас нету. Да. Чемпион, ты что делаешь? Тут народ поговорит, то что я специально устроил, чтобы драки избежать. Пусть что хотят, то и думают. Я, в отличие от вас, не стекло. Красава, братан, им то же самое я сказал, поэтому мы решили собраться. Не для обеда. Давай, бро, мы за тебя! Карпов, заходи. Поторапливайся давай. Ждем твоих объяснений. Объяснений? Хорошо. Сейчас я тебе кое-что расскажу. Это встал, походу, слышь? Че, народ, пойдем пока поставим. Не переживай, все будет нормально. Да уж, не переживай. Ладно, спасибо тебе еще раз большое. Ладно, давай, пока. Пока. Опа. Да? Немедленно ко мне в кабинет, Климович. Быстро, я сказала, это директор. Рука, Артур! Разрешите? Скажи, Климович, а тебе что, наша школа не нравится? Нет. Меня все устраивает. А, тебя все устраивает? А почему я узнаю, что ты собираешься драться с нашим учеником? Не прошло и недели, как ты у нас, а уже стоишь здесь. Ольга Михайловна... Молчать! Или тебе напомнить, что произошло в прошлой школе? И как твои мама и папа слезно просили меня, чтобы ты у нас доучилась? Мне не отец. Рот закрой, соплячка! Твои семейные проблемы меня не интересуют! Юлия Тахировна, проследите, чтобы докладная была написана обо всем и немедленно. Хорошо. У нас лучшая школа в районе. Наши ученики дерутся. Дерутся на соревнованиях, олимпиадах. Они машут руками и ногами по сторонам. Артур, кого ты играл бы? Ты тебе Денис Саппорт не помог. Ты рак, Артур. Получал бы. Прям директрис. Вон, мудак жирный. Жена твоя идет. Воу! Воу! О, смотри, пришла! Куда же-то мы идем?
Где же наш обещанный Баби Бун? Да, реально. Или мы просто так собрались, а? Нет, давайте лезть, ты чё? Народ, вы все зря пришли, драки не будет. Чё ты не даю? Он вчера настучал про меня директрисе. О, понятно, засишь. Ты чё гамзишь, подруга? Я так-то здесь. Все тебя ждем. А ты заднюю даешь, да? Ай-яй-яй, Алиска. Ну некрасиво так с людьми поступать. Да, давайте лезть! Чё вы пиарёшь, садак лимой? Я не могу, мне нельзя! У тебя месячный, что ли? Пойдём, ты так сделал, будешь чёрт-чёрт. Эй, куда пошла, Алис, ты Танюш, Танюш, а я знал, что ты не предашь свою возлюбленную. Правильно, нужно беречь свою половинку. Алис, а у Таликом Алис Бапыства родители вообще в курсе? Нет? А ты не переживай, мы сообщим. Эй, кто там у кого подлезывает? Ой, Артурик, как ты дичь теплую пьешь? О, вот аккуратно. Фу, я сейчас блевану. Ладно, погнали, пойдемте покурим. Жан, пойдем покурим. Эй, я думаю, нормально. Что, пошли? Пошли, Артур. Погнали. Мяч, сейчас, блин, что-то... О, Танюх, ты не переживай, мама все отмоет. Не переживай, через полгода мы их не увидим. Пойдем. Да лучше сдохну, чем по земле битой ходить. Стой! Ну все, урод жирный, давай! Я же директору скажу, не боишься? Принес то, что я просил? Естественно. Две пары. Ой, дорогой. Молодец. Или нет? Давай кончай, чтобы нас не спалили! Давай! Давай!
Он дышит, нет? Эд, ты вообще больной. Что сделал? Тоже видос в личку. Володя, когда успел видос выложить? Надо брату видос показать, что он у меня дикий. Ушли. С любым, кто подойдет, сделает то же самое. Да мы и не собирались. А это вы почему не на уроке, а? А ну-ка все вернулись! Вернулись, я сказал! Ну, вернулись! Сараян, Гусев! Вернулись, вы же вернулись, чертова матери школы! А ты что, нормального языка русского не понимаешь, да? Знаешь, где ты у меня будешь разговаривать? Ты мне за решеткой будешь разговаривать, быстро ко мне подошли! Значит так, господи. Мне нужен номер. Номер-то было. Номер. Что ты меня смотришь? 9-1. А! Все, дождалась? Вот, сейчас разберутся. Капитан Крылов, дежурный ряд полиции. Поступил анонимный вызов о драке. Что здесь происходит? Вы из школы? Да, я из школы. 32-й, мы на месте разбираемся. Сержант, запишите мне данные и фамилии всех. Я сама только подошла. Я директор школы. Я в курсе. Ну, все понятно. Не уследили вы за своими учениками, Ольга Михайловна? Олег Крылов? Он самый. Хуже капитан Крылов. Хорошо. Нанесение вреда здоровью. Возможно, группа лиц. Учебное время. Как группа лиц? Какой группа лиц? Вот! Вот уголовница! Ольга Михайловна, она защищала! Так рот закрой! Мы с тобой Сержант, отдельно будем разговаривать. Значит, так, вспоминаем. Молчи. Вспоминаем все подробности, кто первый начал. Иначе ты с ней вместе в обезьянник поедешь. Ольга Михайловна, мы даже не дрались. Слышь, парень, ты мне не выкручивайся. Ты давай рассказывай все. Либо сейчас школу на учет ставим, мы всех заберем до выяснения. Ну? А что тут рассказывать? У Карпова есть видео на телефоне. Ее косяк. Она и виновата. Так, фамилия? Климович. Ольга Михайловна, мы же как свидетели пойдем. Уж да хватит паниковать. Она на видео первую ударила. Карп, покажи видео. Вы Карпов? Телефон сюда. Это эти Карпов. Ты со мной в машину. Мы никуда не поедем. Быстро это. Мы никуда не поедем. Мы только побоев. А? Подожди. Мы никуда не поедем, только для снятия побоев. Все. Эдик. Эй, сынок, покажи телефон. Эдик, покажи телефон. Эдик, ну покажи ты телефон! Иди в свою школу! Слышь, юнец, мне цирк здесь не разыгрывай. А то сейчас тебя первого заберем и оформляем ложный вызов. Ты проблем хочешь в школе? Рот свой закрой. Сам рот закрой. Эдик, да покажи ты телефон! Мы же все докажем. Телефон сюда. Покажем и закончим с этой дракой. Телефон, я сказал. Рот закрой. Телефон. Телефон, я сказал. Ну? Какая драка? She can't dance, can dance at all.